Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мардынский, ведущий канала Matrix Paradise, и очередная распаковка посылочек на моем канале. То есть, сегодня у нас вот такой вот небольшой пакет, пришедший с AliExpress из Китая. И внутри достаточно таки интересное содержимое. Дело в том, что я когда-то очень давно по учебе еще любил заниматься коллекционированием монет. И здесь находятся, так сказать, две коллекционные монетки современности. То есть... Да-да, внутри находятся монетки, связанные с современной интернет-деятельностью, современной интернет-жизнью. Давайте посмотрим, что же у нас здесь наконец-то. То есть монетки в первую очередь будут интересны тем, кто даже просто как в подарок, даже просто как в коллекцию, они будут очень интересны, я думаю. Стоимость каждой была около 100 с чем-то рублей, короче говоря. Так, пупырочка, больше у нас ничего нет. Давайте посмотрим. То есть, да, BTK 001, как многие уже увидели, это монеточка биткоин. То есть, каждая вот так вот заклеена. Взял я две разных. Давайте посмотрим, достанем. В таких вот они у нас zip-пакетиках. То есть, одна даже запечатанная. Блин, как-то неохота пакетик рвать. Чпыньк. Надорвали, разорвали. Вот такие две монеты разные. То есть, не знаю почему, мне очень понравилось вот это вот. То есть, здесь такие микросхемочки, микроэлементы. Видим, что написано ADS Approved 2013. То есть монеты и здесь. То есть Сатоши Накамото тоже 2013. В общем, в таком вот блистере они запакованы. Сам блистер, судя по всему, запаянный. Это достаточно таки хорошо. И почему биткоинсы? То есть вы знаете, да, биткоинс — это валюта, которая... когда-то стоила копейки-копейки, и те, кто ее продали за пиццу, могли в итоге, если бы не продать, то могли бы купить какой-нибудь остров или частный самолет или какую-нибудь компанию, поскольку там один биткоин что-то вообще бешеные бабки стоил. В общем, не буду заговариваться. Еще раз посмотрим на них вблизи. Вот такие вот красивые монеточки, типа позолоченные, бронзовые. Увесистые достаточно таки. И вот такая красотень. То есть на подарок, на коллекцию, я считаю, что это более чем. Стоимость каждой около пары долларов. Ссылки, как всегда, будут в первом комментарии под видео на YouTube. Там есть еще очень много разных разновидностей и разных видов. Бумажные, небумажные и все прочие валюты, вплоть до копий рублей. В общем, чего я тут тринжу? Переходите, да, покупайте. Ну а с вами был Александр Мардынский. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Что ж, вступайте в группу ВКонтакте, наконец. Всем удачи, всем пока.